Тайных заключенных бьют в тюрьме. Ну, блядь, смотря какая тюрьма, конечно. Почему, блядь, есть такие тюрьмы, где, блядь, убивали. Вон у нас был... Сейчас сделаю потише лагерь, блядь. Пересылка, Калачевка, транзитка, когда нахуй на восьмерку везли к нам через транзит, через Калачевку, блядь, там с разных, там, Курган, там, и так далее, Тюмень. И там была, как бы, тебя привозят на Калачевку, нахуй, там тебя ломают, нахуй, ну, показывают, что ты приехал в режимную управу, а потом уже тебя с Калачевки распределяют по лагерям. К нам приехало на восьмерку, должно было приехать 23 человека, приехало 21, двоих убили. На этом пересылке, да хуя где показывали по видео там, блядь, просто забили нахуй. И к нам пацаны, которые приезжали в лагерь уже, вот, они рассказывали, у нас там был Вовка один, болт, нахуй, он тюменский вроде, или курганский, не помню. Он рассказывал, что там происходило, пиздец, он говорит, просто насадят разные хаты, блядь, мы ждем, то есть, этапирование, нахуй. И, блядь, каждый день просто утром и вечером, блядь, заходили, блядь, в хаты, нахуй, и просто выводили на продол и въебывали, блядь. То есть ты, говорит, сидишь там, блядь, слышишь, как брони открываются по очереди, слышишь эти крики, визги, нахуй, блядь, охуеваешь, сидишь, чисто психологическая такая, знаешь, блядь, атака, психологическое давление. Когда они приехали к нам в лагерь на восьмерку, блядь, приехали, ну, как бы встречают на адаптацию, блядь, там заводят, там, на карантин, они просто говорили, им говорят... Спасибо, браток. Спасибо огромное, родной. Спасибо. Спасибо, брат. И, короче, блядь, когда их заводили, нахуй, блядь, им говорят, блядь, пацаны, вот сюда обувь ставьте. Они говорили, так точно, гражданин начальник, я уже рассказывал про это. И мы такие, блядь, как, чё нахуй, блядь, как ты сказал? Он говорит, он просто смотрит, у него, блядь, в глазах лед, нахуй, ебаный в рот. Вот просто лед, блядь. Ему говорят, какой нахуй гражданин начальник, я, блядь, в форме, стою с биркой, зэк. Мы говорим, ты чё, какой нахуй гражданин начальник, мы зэки, они такие, простите, гражданин начальник, все, похуй, психики пизда, нахуй, они, блядь, полгода еще ходили, они ни с кем не разговаривали, они, нахуй, там, застегивали, там, пуговки проверяли, стояли, блядь, там, пятки вместе, носки врозь, нахуй, это пиздец что было, психики пиздец просто, блядь, 4 дня, нахуй, находясь, блядь, просто на транзитной Калачевке, им психику сломали, а потом еще и восьмерка, режимный лагерь, пиздец просто. 17. Отличная история. Удачи тебе и процветания. Спасибо огромное, браток. Сделаю, сделаю 100%. Надо. Надо, надо будет сделать. Здорово. Здорово, брат. А, да, я не видел нарезки, я же не я выкладываю. Спасибо большое. Поэтому, блядь, как хуйня, психику ломают, ёбнешься, режимные лагеря, я просто сам помню по себе, когда я приехал 18-летним пиздюком, блядь, в режимный лагерь, где просто, блядь, здоровые, блядь, 150-килограммовые, там, 40-летние мужики, блядь, ходили, блядь, вот так вот и бегали, нахуй, вот, с животами, блядь, бегом, сучка, пидорша ебаная побежала, он вот так вот, нахуй, бежит, блядь, и не знает, куда ему срать кинуть, а его еще по толстой жопе бьют, нахуй, представляете, просто. А тут, блядь, ты приезжаешь, 18-летний пиздюк, нахуй, видишь эту всю прожарку и думаешь, ебучий рога, нихуя не занесло, блядь. Куда я попал, где мои вещи, блядь. Вот это был пиздец, нахуй, конечно. И вот в таком лагере сейчас находится Навальный. Ну и то не в таком, прям, в котором был я, например. В котором был я на восьмерке, это было, блядь, там была жопа конкретная, нахуй. Сейчас, как бы, еще там, вот, где он находится, там можно жить. Там, блядь, вроде как бы и пиздят, но не так. Как раньше. Раньше-то убивали, конкретно вообще, убивали. Сейчас поговорили, что если заехал по 159, то тебя доить будет. Но и опять же, сейчас особо понятия нет. У кого бабки, то он серьезно по первому. Бля, у тебя, если у тебя есть бабки, нахуй, ты сладенький. Тебя будут доить, неважно, нахуй, блядь, по какой ты стадии тут заехал. Но тебя не то, что будут доить. Вы скажете, бля, братан, давай там, ради, там, это... Блять, а я не даю денег в долг никогда. Я никогда не занимаю денег. Я нахуй если даю, я даю их с концами. Я не прошу их вернуть. А то, что я ему, блядь, сказал про этот долг, он просто говорил, блядь, ну типа займи, я отдам. Я говорю, да, блядь, не вопрос, то есть мне похуй. Ну ты просто сказал, отдам, да, например. Я поинтересовался, что мне просто интересно было, что он ответит. И все. А так, если я даю деньги, нахуй, блядь, я даю их просто. Если человек, ну, блядь, если у него есть возможность вернуть, он вернет. Если нет, да и в рот его ебать.
Так говорят, хочешь потерять друга, да, займи денег, нахуй, вот, блядь. Поэтому у меня давно такая привычка, как бы, я не занимаю деньги, я могу дать, нахуй, ну, не просить их обратно, нахуй. Да, блядь, вот случай единственный, просто мне интересно было, что он ответит. Но я как бы знал, что он ответит, блядь, это был риторический вопрос. А что будет, если в ответку будешь бить ментов? Да, в смысле, тебя нахуй забьют там, сука, как зайца резиновый, все, блядь, еще и палкой в жопу, нахуй. Отъебут, блядь. Да нет, чё, да хуя. Есть же много людей, которые реально ломали, которых духа ебаный в рот, которые там, блядь, умирали, нахуй. Есть такое, блядь, какие-то моменты в лагерях, где тебе просто, ну ты вроде как бы там прёшь, тарахтишь, да, там вывозишь боль, у тебя есть дух, нахуй. Ну тебя, блядь, пристегнули, нахуй, раком, блядь, за стол наручниками. Сзади просто тебя снимут штаны, нахуй, а ты не сможешь ничего не сделать. Подведут тебе петуха и скажут, слышь, либо нахуй, давай, делай, нахуй, вон, одевай повязку в мой унитаз, либо он тебе сейчас хуем по булкам проводит, и все, иди объясняй, нахуй, что ты там тарахтел за идею, там, и так далее. Похуй, не отшепчет тебя, нахуй, уже никто. Ханкс, Ксанкс Лок, спасибо тебе. Смотрел побег, как относишься к ИТУ-24? Побег смотрел и русский, и английский, как относишься к ИТУ-24? Что такое ИТУ-24, не знаю. Ты кто такой, обзовись, я тебя могу только обозвать за такие вопросы. Уделял блатным. Я? Нет. А мне что, в смысле, что уделять? Я в черном лагере я сидел, я играл в карты весь срок, нахуй. Я, ну, то есть, а когда ты играешь в карты, ты играешь на шестую колонку. То есть, ты уже играешь на общее. С каждого круга, с каждого твоего подъема идет какая-то часть денег, идет в общее. То есть, я играл на общее, уделял. Ну, потому что по игре. А лично, как бы, блядь, ко мне не подходили, не говорили, слышь, ты там будешь уделять, нахуй, и так далее, такого нет. По собственной инициативе я играл на общее, нахуй. Что в твоем понимании, слабый духом? Да. Удачного стрима, братья. Спасибо большое. Да, именно, слабый духом. Ты в точку сказал. Талия, привет, разряди обстановку, расскажи анекдот от души. Да, блядь, нахуй, браток. Сейчас такие темы вроде обсуждаем, как бы анекдот неуместен немножко. На позитив, когда перейдем, обязательно что-нибудь расскажу, придумаю, да.